Перезаряжаю. Осторожно. Громила. Беру пулемет. Перезаряжаю. Эй, я перезаряжаюсь. А чё у меня все аннулировалось? Перезаряжаю. Вот ты. Вот чёрт. Охотник, охотник, охотник! Он отключился. А вот теперь подключился. Осторожно. Че там? Да ничего, ты вылетел, походу. Да я высанулся, че. Я перезаряжаюсь. Что-то висяк какой-то у меня был. Угу. Поймал висяк. Слышь, Слай. Вы куда убежали-то? А, вот вы. Ларри, осторожно! Чё там? Чёрт тебя дери! Больно! Аннулировалось все! Всё, что... Перезаряжаю! Перезаряжаю! Короче, всё, что у нас было в рюкзаках, этот... все этот... предметы, и всё нахер полетело. Короче говоря. Эй, я перезаряжаюсь! Большое ночное видение. Ух, как все видно, что стало. Так, сейчас все будет, спокойно. Взял шприц. Да. Ну ладно. Пойду-ка я взорву ее, значит. А, вот и где. Эй, осторожнее с машинами. Бегите. Ёшки. Беги, беги, я ведьму заминировал. Да бесполезно. Беги. Беги! Да ёшки мать! Я ванну прыгаем. Надо было холодильник мы за это. Чё-то я не слышу, ведьма затея живая? Всё? Музыки нет, значит ведьмы нет. А, всё, я снесло ведьму. Я же говорю, эффективная штука. Нифига себе, я первый раз такое вижу. Что ему уже так говорить? Это уже лицо. Да. И чё, и 10 баксов дают? А хрен знает. Я не посмотрел.
Я знаю, что можно. Но это дашь пятак? Граната пошла! Все живо вниз по лестнице! Перезаряжаю! Я слышу громилу. Куда ты? Тут аптечка! Я перезаряжаю. Здесь аптечка была. Никому не надо. Не надо в меня стрелять. Молотов полетел! Прощай! Стойте! Давайте подождем минуту. Перезаряжаю! Осторожно! Что, если там... О! Я перезаряжаюсь. Оу! Эй, осторожно! Вы уже внизу, что ли? Ну, сейчас идем. Поскольку как раз передо мной, видимо. А баллон-то нет? Взорвать. Бомж, хренов! Вот еще! Смотрите в оба! Господи Иисусе! Стреляй в нее, стреляй! Виновата! А черт, гляди, куда стреляешь! Черт, я ранена! На помощь! Как твои дела? Что, не... Перезаряжаю! Да твою... Вот все, дали свет. Паскуда драная. И снова прессы. А, шериф, я понял, почему у тебя этот был этот. А хотя нет, это у всех было. Ну, просто я думал, только у одного этот аннулировался рюкзак. Ну, спасибо. Да ёп! Батенька, да вы валяетесь. У меня там предметов нету больше. Ни таблеток, ни аптеки. Помогите, помогите! Перезаряжаю. 20 косарей, нормально. Я думаю, Слава пришел, чтобы убить меня. Потому что я уже труп был почти. Надо перезарядиться. И там скажет так, да упокоится твоя душа. Запускаю. Ну. Смотри, смотри, я толкаю, 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 давай, давай, давай. Ай, блядь! Что ты делаешь-то? Ты не поверишь, на меня, видимо, вот от машины и раздавило. Ногу прижало, короче говоря. Может.
Ну вот такая хорошая корыта была. Ну что делать? А где Натали наша? Сдохла и убежала. Выключите фонари. Взял дефибриллятор. Взял шприц. Эй, нам это пригодится. Эй, осторожно! Да-да-да-да-да. Кто-нибудь? Этого в моем плане не было. Неправильно все это. Да уж, никогда так не боялся клоуна. Вот бомба! Эй, я слышал курильщика. Стреляй в зомби! Погодите секунду. Оу, да, совсем другое дело. Кто-нибудь? Алло? Походу опять отошел. Я перезаряжаюсь. Перезаряжаю! Осторожно! Взял шприц. Сейчас шарахнет. Подбираю зажигательный. Это слизь! Стойте! Там не могу выбраться отсюда! Здесь от меня толку немного. Заберите меня! Мне нужна помощь! Вытащите меня! Здоровая пушка! Уберите его! Уберите! Уберите его! Громила! Все, забрал наконец-то. Блин, помимо того, что тут... Помимо того, что нападали тут вокруг, я тут человеку помогал этот деньги тут заработать. Ну, точнее, я ему тут скидывал там брату. И вот как раз я, пока я тут активировал этот аттракцион, я успел тут заполучить сраный гном. Ну, не покупать же его. Тем более, обычно, когда мы заходим в убежище, то всегда мы находим этот гнома рядом. Ну да. А сейчас что-то его нет. Блин!
Поливальщица! Охотник! Коктейль Молотова! Фаталити. А вот и оно. Иду, иду. What the fuck? Этот... Прикинь, этот... рюкзак этот, как его... на английском теперь сейчас. Я знаю, просто сейчас смотрю, у меня вещи пустые. Сейчас. Ох, тут велик. Немного. А, вот, вижу. О, поднимайся. Сейчас ты будешь все сдохнуть! О, давай, вот. О, спасибо, блин. Да меня отвлекает, потому что, чтобы его... Я отваляюсь. О, я делаю. Я делаю Это уже не прикольно. Где вы все? Опять аннулировалось. Еще на английский. Да чтоб его, а? Славик. Бомбардия Киргуту называют. Чё-то какой-то он бессмертный. А чё ты бессмертный? Да что за идиотизм какой-то. Конечно, сглазить, но я да чё? У нас, во-первых, вещи пропадают, во-вторых, мы никак уже не... Ёшки. Это нормально. Да тут два танка, чтоб его... Вы там навызывали их, я чё? Ну все, я труп. Так, сейчас я тебя. Сейчас под. Блин, ох, ём. А, ой, это псих. Тихо, ну, псих. Тут психованный и плюс еще блевотный. Блин, да. Вообще, блин. Ну вот это как. Добили, иди психованного бей. Ну вот, да, у тебя этот психованный, а у шерифа ты блевотный был. О, нормально, сейчас все стоят этот, как гопники начинают там дубасить. Сейчас вот немножко разгребем. Да клоуны. Сейчас все будет. Покой. Кали скорее. Все, вколол антидот себе. Руби всем бошки, руби, давай. Да блин, прорубаюсь к тебе. Иду. Надо перезарядиться.
все, иду, иду. А, да, ты же покупать пока ничего не можешь. Перезаряжаю. За мной должок. Я нашел. Да ты! Отлично. Это для, так сказать, усложнения. Да, да, чтобы вам не казалось слишком. Ну теперь понимаю, почему вещи у нас начали пропадать через какое-то время. Какой-то этот завелся, да? Крыска какая-то завелся. Кто-то тырит вещи. Блин, я не помню, как в это в Дашу путешественнице звали этот, не ворой. А. Чижик, ежик, блин, лисик. Как в этом звали, не помню. Лис там вроде. Не, там, ну имя надо вспомнить хотя бы. Ну, не помню. Рыжик, что ли? Чижик. Бачули, блин. Да ты ёб... Он сейчас забьёт меня до смерти! Хоть кричи, где ты? Так хрен поймешь, этот... этот, как... Аура же всем поотключали. А это чтоб было веселей. Так, кто живой, кто нет? Мы все живые. Правда, я хромаю тут. Ну да. Тащу-ка 4 канистры. У меня есть. Есть. А вон там на крыше одна канистра. У меня есть. Блин, а... Слушай, а вот на твой невезучий... Когда это попадается невезучий подарок, там можно же поставить звук какой-нибудь? Да можно, в принципе, его нет. Не, вот был... Там вообще выходит. Там не, нет, там просто что-то, я фиг знаю зачем. Не, если не на бабах, там можно на этот... Если написано, что у вас попал невезучий подарок этот, типа, то у вас попался неприятный подарок этот, и так... Тости! Осторожно, тут бродит толстяк. Вам попался бум. Не, ну, то, что кабум этот, уже нормальный он теперь стал, не просто взрыв. Ну да. Кабум из разных фаталити. У меня есть. А чё, по-моему, прикольно. Я сам угорал этого. Ну а чё, так и есть. Типа, попали, чё сделали. Ещё две есть. Ещё одна и всё. Кабум. Мне очень хрен. У меня есть. Где ещё-то, а всё? Да у меня один хп, ёшки. Спина! Тишина. Так есть чё? Пойду. Осень, костер, только без пивка и без женщин. Да-да-да. Ой, я кабум нашел. Сейчас сделаю кабум. А, супербомб? Эй, кстати, я вот... слышал курильщика. А, ладно, неважно. Иначе крашнется сервер. Почему? Да я хотел, чтобы был не обычный этот огонек такой взрывной был у тебя, а этот... Как, да и, знаю, как ядерный гриб, да. Да я знаю, я все тоже думал, как приделать туда его. Говорим, было бы вообще офигенно просто. Ну просто издалека видно, как он взрывается, но не настолько реалистично. Эй, осторожно! Ну, понятно. Вот я жду, пока да, сделаю. Да, вот если бы вы придумали ядерный гриб, было бы круто. Так он есть и так. Там рвется так нормально. Ну вот надо только подумать, как его воткнуть получше. Их два там плагина на ядерный грибок. Ну да, только вот реализовать как бы этот и аккуратно вставить они этот. Вот, вот один-то вообще офигенный там. Эй, прям вот четко. И волна. О, сука, я же встал тут незаметно. Я перезаряжаюсь. Сталкер, блин. Ну, короче, ты понял.
Ай, сука, он на меня согрелся. Сука, нет! Нет, 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 отъебись. Фу. Еще чуть-чуть, я бы был труп. Я ругаюсь, когда паникую. Так. Ну, бывает. Кому этот, да-да. Я уже это забрал. А что там нашел? А птичка. Плевальщица где-то поблизости. Хватит меня стрелять. Ой, кому-то сам же этот, гномик есть. Тебе что, гномик не нужен? Кому-то булки отстрелил. Дедушка. Сейчас все будет, смотри. О, да. Я же говорил. Ну, я заметил. Вот у меня, например, этот щит есть. Как хорошо. Таблетки еще никому не надо? И это хорошо. Вот таблетки. Чуть не беру. Так, что за нахер? Да я горю этот хабар сейчас пока. А, он следующий уровень. О, вот теперь быть. Нормально. Я перезаряжаюсь. Ненавижу этих тварей. Я так и не взял. Так, погнали. Они по одному, походу, берутся сейчас. Сейчас уровень пройдем, нормально будет. Да кто там? А, ладно, щит с ним. Эй, осторожно! Ну, а ведь предметы как бы у него... А, у него тоже. Ну и похер. Надо вызвать Бэткомедина, чтобы он сыграл кое-что. Перезаряжаю. Короче, надо валить, валить. Ты прям с этого, блин, как его, с ТикТока наш. Да, я просто все время натыкаюсь этот, на мем это, с фильма вот это, «Вратарь Галактики», с Комедином. А если что-то не то, сразу просто отвечай так, да и похер, и напивай его. Ой, кого-то там грох. Перезаряжаю. Я взял супер коробочку. Блин, у меня была коробочка, но, видимо, нет. Все, уходим. За аптечками. Так, лучше а пока не будем трогать аптеки, а то мало ли. Угу. Вот заберет. А вы заберите. Блин. Ребят, извините, я вообще как бы тут прошляпил. Я не заметил чаты и так далее. Я то вслепую сейчас играл просто. Не, ну ты серьезно, и да? И чат как бы этот... Ну, теперь вижу, что вы тут тоже сидите. Вот Аситрина, Лиляо, тут Фоули и Харек. Ну, я очень тут рад вас видеть, ребят. Извините, пожалуйста, что тут... Просто я тут был занят, тут так... Ага, сейчас я долбанный ник открою. Все, теперь нормально работает рюкзак. Только два предмета лежат. Да-да-да, есть такая фигня у него. Ломает и бегает, когда она открытая. Ну, я, в принципе, знал об этом. Не, как бы я тоже в курсе, в курсах. Только вот в обычных одиночных он открывает, а вот в сражениях не так. И манит меня, манит. Ай-яй-яй, минус 8 очков. Гриффиндору. Сейчас все будет, спокойно. Опа, люблю в толпе открывать. Так, дай гнома, дай гнома, пожалуйста. Я же говорю, сейчас все будет. Я знаю. О! Все, попер! Побежал я! Спидран! Аккуратней.
Там аккуратней на поворотах. А, ну я вижу там стенка. Заносят. Да-да-да, а то, то сейчас воткнется. Да я потом думаю сделать ее динамичной, ну. Либо там будет проход, либо здесь будет открываться, ну, в зависимости. О, собакен! Чтобы можно было воткнуться куда-нибудь. Ну тоже нормально, он уже воткнули. Ой, слышал это? Ой! Вы слышали это? Ой. Чего там? Что-нибудь там возьмите, там кто-нибудь этот хрень. Ворот откройте. Там... Я знаю, там катушка, это, пульт управления и так далее. Пассатижи, изолента, еще немного. Да пришлось это выправлять, а, блин, прыгать раньше надо было, чтобы... Ну да, я тоже прыгнул и удерживал. А некоторые не доперли там. Ну вот, пришлось немножко. Кстати, поменять. Если ты сейчас будешь подключать вот этот пропан, а прибереги сначала, там мало ли. Ты же хочешь там подзорвать что-нибудь, поэтому оставь лучше в покое. Ну, подзорвать всегда хорошо. Так, и надо, наверное, эту хрень убрать, чтобы не показывало. А то, блин, как-то. Здесь она вообще не нужна. Не стреляйте, пока он рядом со мной, хорошо? А, там же жиробас. Там ворот ворота открываются. И танк выходит. Блин, мне это что-то нравится. Вот здесь или где, или в другом месте? Не, нет, на приходе. А. Ну там, я ж там переделал тоже все. Я просто так, уже не уходим, помню. Уходим. Так, пропан, папа. Уходите. Сейчас ломят. О, да. А теперь кидай. Он привел друзей. Все, у меня таблетки минус один. А, минус один, хорошо. Не, у меня вообще как бы предметов нет, кроме аптеки, и все. Будет минус два, да? Ну вот надо там посмотреть, откуда этот глюк идет. Мужик навалил. Да, вот там как раз ворота надо подорвать. И кто же там на этом? А, на мертвом центре. На отеле, точнее, то. Идею отсюда с бомбой. А, ну да, да. Срывай бери. Двери. Прикольно, в принципе. Давайте подождем минуту. Да ёп! Отлично! Просто... А я тебе говорил. Ой, ё! Я походу сдохну сейчас. Да, спасибо. Сейчас я нашу. Перезаряжаю! Сейчас еще, что-то ядерного взрыва я не видел. Так, а где этот чел? Эй, ползи сюда. О! А где шериф? Ты где? Да там рядом лежал. Ползи, ползи, дырка, вот здесь. А, все вижу. Ползи, давай. Ползи. Все забрали? Сюда ползи, алло. Давай. Да. Сюда. Эй, не грусти, со всеми бывает. Спасибо. Все нормально, сейчас я тебе помогу. Новенький. Я еще не помер. А, ну нормально. Пара-па-пара-парам-пау! Сейчас вам будет парам-пам-пам-пау. Прям из казино нахер. Да. Трехмерный, блин. Не, мне этот танк вообще нравится, прикольно. Интересно. Слушай, а у тебя пушка как бы не пропала, шериф, когда ты подорвал себя? У тебя же магнум вроде. Нет. Магнум не пропадает.
Ну, тоже хорошо. Ну, возвращается. Burn the call! Нет, это скорее как в этом, в Call of Duty. Это ты же, берешь это вот эту взрывчатку специальную, налепляешь прям на дверь, и в замедлении ты этот... Это тоже интересная идея. Ах ты что, ел. Так, спокойно, у меня щит, щит. Ой, там закрыто. Блин, я хотел, конечно, кое-что сказать, но боюсь, как бы не в рифму и слишком по... Блин, я забыл, что здесь закрыто. Перезаряжаю. Алло, это уже не смешно. Перезаряжаю. Через забор. Не обязательно рифму. Самое главное, искренне. Чтобы последние буквы оставались этот одинаковыми. Чтобы народ понял. Я уже как бы сам не знаю. Как это, народ хочет разобраться. О, раздавил там половину народу. Шарафа, приветствую тебя. Извини, что не прочитал там заранее. Я был занят. Я перезаряжаюсь. Я сейчас там на стриме тут, сейчас с друзьями тут болтаю. Чем тут такой веселый сервер, что... Чего представляешь? Не подставляйся. А, под пули? Ну ладно, ладно. А вот один уже... Ах ты что? Спокойно. Я могу чик-чик сделать. Надо перезарядиться. И тут звук такой чик-чик-чик. Ножиком, да? Вот гни, да, над... сверху там сидела. Аккуратней, там радиация у него. Так он был наверху, мне пока он не страшен. Баллоны дрявят, я знаю. Я помню, когда я этот заполучил этот режим ярость. Я как раз вот начал так бежать по вагонам. Я вот так тихонько просто прыгнул, а в итоге этот воин ХП уже сидит, сбросил от падения. Перезаряжаю! Ну что делать? О! Нормально, нормально. А, нет. А уж если бы этот. У тебя этот к. А если бы у тебя была взрывная коробка, а ты бы оказался наверху, как бы мы тебя подняли там? Никак. У него было бы фаталити. И потом, кто там? Зомби Вин. Осторожно! Что, не отключается? Закрыто. А тут специально, наверное, сделали так, чтобы никто не нажимал раньше времени. Ну да, есть такая фигня. Вы же специально так делаете, чтобы было интереснее. Надо было тогда заблокировать и эту, и ту кнопку в центре. Она, нет, она иногда блокируется. Ну тут зависимость от сложности. Динамически. Да, спасибо. А вот Сани чё? Чё он там застрял? Осторожно! Я давай уже поднимай свою задницу! Какие вредные. Нам нужны бесконечные патроны, срочно. Да ты чего ты, блин? Эй, осторожно! Впереди, куда стреляешь?
Получи твари! Перезаряжаю! Давай, давай, а то у меня сейчас патроны кончатся. Да мне нормально там количество патронов, хотя и пистолетом даже не пользовался. А, еще больше. Перезаряжаю. Они приближаются. Сейчас будет горячо. Эй, осторожно. Убирайтесь из слизи. Бросаю самодельную бомбу. Эй, давайте бежим. Нет. Он, видимо, решил это. Серьезно. Саню заходи. Курильщик. Давай, открывай. Чего? Смотри как. Ребят, я несомненно этот рад вас видеть, что вы тоже смотрите на стриме. Правда, я прошел то уже до хрена времени где-то, я не знаю сколько. Меня, конечно, посещали люди этот, только они потом уже уходили. Может, потому что было никого не было на сервере, хотя тут теперь уже достаточно. Тут два моих знакомых зашли, теперь играем и так далее, веселимся. И тем более я запустил стрим только потому, что мне этот там была фишка, что если ты стримишь один час, кое-что получишь. Вот сейчас попробую тут делать это, если будет. Сейчас вот только вот захожу на стрим и продолжаем тут веселье. Тут чисто смотрим этот, какие модификации тут есть на сервере и так далее и тому подобное. Зайцев, которые, да? Косят, которые. Да. Ага. Косят траву. Да, да. Блин, я отдал тебе аптеку, Слав, а у тебя она пропала. Что за нахер? Ну, у меня полное все. Блин. Ну вот, минус аптека. О, подожди. О! Откуда аптека появилась? Я фиг знает. Чувак, я слышу, где-то вроде Саня подъезд. Отключился, ладно, пофиг, погнали. 1800 очков, Саня, буква. Да. Есть такая буква. Файлморфа комбо, да? Блин, надо было тогда этот. Знаешь, тогда какой звук надо было ставить, когда невезучий подарок попался? Этот, когда нет такой буквы. О, кстати говоря, сейчас будет сектор приз, ребята. Или, смотрите. Сейчас. Не, когда рванул вот это, не надо. Сейчас все будет. Оба! Сектор приз. Минус 56 очков, чтоб его. Это сука, так и думал, что попадется. Так и думал, но все-таки много. Шериф... приз надо было. Да, надо было только... Блин, надо было тогда этот... Ну, кстати, вы банкрот. И музыка такая. Не, ну тут сосед. Наверное, сейчас все люди, которые сейчас смотрят на стриме, просто угорают от этого момента. Или нет. Не знаю, надо почитать, что там пишут. Не, ну прикольно было, сектор приз. А вот, пожалуйста, сектор этот, как его, заморозка. А да, холодильник! Ты говоришь? Рано поднимем. А ну рассказывай, что ты там ему сказал? Кому? Вот этому. Да вот этому. Ничего не говорил. Который пришел. О, сзади парень радиоактивный. Да, вот зачем вы друг друга стреляете? Ой-ё. Ёп, полностью. Перезаряжаю. Осторожно.
Это за кем летит? Вертолет нас заметил! Сейчас я собью. Ага, сейчас подорвется и улетит. О! Десантировался! Десант пошел. Кто там такой? Спецназ! Ой, дурачок! Бачули! Потяни! О, сокрушитель, блин! Да-да-да, вы что подумали? Да черт, надо бегать, я фигу. Короче, надо бегать. Вон, бомбардировка пошла, ребят. Убейте его! Эй, мужик, ты где? Мужик, мужик. А вон, пердун старый. Сейчас он тебе с одного удара. Это я его с одного удара сейчас. Чё не оставил после себя? Жара какой-то. Ну, здесь еще ворота были, надо взорвать было, но они бывало глючили, пришлось убрать. Да ёшки, уже минус 12 очков. Ну, я ж не зомби. Ох, ёшки, твою мать. Надо свет выключить и быстро пробежать. Ну что? Оп, я прошу. Слушай, у тебя там черепок висел над головой. Ты там не... не этот? Никого. Ну, спасибо. Всё, нет, черепок. Я урод. Минус бот. Ладно, это бывает. Ладно, не ждем, уходим, уходим, уходим. Блин, это камикадзе, знаете. Блин, от грана прямого, короче, должна... Да ёшки, она толкнула меня. Да и чёрт с ним, пускай уходит. Перезаряжаю! Блин, ты не слышишь, что она у меня кричит, но это прикольно. Эй, осторожно! А почему у нас не кричит? Да потому что мод надо ставить. Что, она прямо материт? Кажется, я слышу плевать. Ну да. Нет, она у меня ну, как бы этот... у меня рояль играет. И она... Как мычит она. Заберет там тебя. Где шалфей твари, да? И все такое. Ой, блин. Клоуны. Что-то, ребята, вас много. Кстати говоря, а вот в лихорадке у тебя стоит статуя с большими сиськами? Кто? У тебя нет, что ли, такого? Нет. Не, у меня там... Когда лодка плывет, ну так когда садимся на этот паром, там рядом справа можно увидеть большую эту статую. Офигеть. А у меня стоит она. А, я понял, понял. Я делал как-то, было у меня такая фигня. Блин, одна там пустота. Две шкатулки открываем, а их нет. Блин, у меня пусто. Была у меня статуя, значит потом убрал, я фиг знает, не знаю. Как-то, ну, фиг. Эй, осторожно! Я тоже кому нравится тут ставить себе. Убейте этого клоуна! Ну ладно. Стоп, 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 стоп. А, ясно. Там за зданием этот вертолет. Да, наверное, так его не нужен. Текстура, что ли, там вот это подвисла? Да, может. Бывает. Перезаряжаю. Надо перегрузиться. Перезаряжаю. Это закончилось. Я забыл, конечно, включить этот... Сейчас. Вот. Хотя это не обязательно было, ну и похер. Спокойно. О, там прыгун. О, да, у меня имбот, походу. Я даже не видел, где он.
Убил. У меня звук какие-то странные, как будто кто-то обосрался, блин. В смысле? Ну, иногда зомби разрывает, он с таким звуком, как будто сидишь. Ну да, что-то такое. Непонятно, я говорю, то ли это просто обнул игры, то ли я хз. Дичь, короче, какая-то, блин. Наверное. Где все молотовы-то, алё, блин, чё за фигня? Писец. Вот опять какие-то писки, визги, блин. Я взял два молота. Я. А я два шприца. Буду наркоманить. Я перезаряжаюсь. Да поможете? Прямой наводкой пришли. Чик-чик. Уберите! Ты что, не знаешь, как освобождаться? У меня предметов нет. А, да купить надо. Сразу бы купил, чтоб лежало в хабаре. Я ж думал, они опять там по две штуки, а... Опа! Перезарядиться. Надо перегрузиться. Я ранен. Да блин, ты своими руками так вытягивал, что то страшно было. Сейчас все будет. Я иду, иду. Ну-ка. Сейчас, подожди. Перезаряжаю. Давай. Неплохо. Зажигалка. Где он? Хозяин, по-моему, музыку, по-моему, вроде справили на танке. Перебивал. А у меня этот стоит. Не, тут. Вон она, там где-то. Да, и она а вон. Сейчас она нормальная, тебе как на танка раз есть, она еще найдет. Или 2х сразу играл. В общем, глюк какой-то был, вроде как давно исправили его все-таки. Теперь нормально на танка играет. Да ты че, блин, алё, блин. О, это инжектор. А у тебя та же модификация стоит, где когда это ты отталкиваешься назад, ну тут когда от взрыва или еще что-либо, он тебя перекат делает. Какой перекат, нет? Нет, что ли? Нет, я просто отталкиваюсь и все. Я особо так тут не, особо не загружаю. Эй, я перезаряжаюсь! Вот, музыка тут вспомнил. Музыка мне нравится. У меня сейчас рождественский Midnight Raider стоит. О, я знаю, что надо. Я знаю. Сейчас все будет. Ой-ё. Опа! Отлично. Сектор приз. Крутите барабан. Пин. Один танк сзади, это как раз этот с концерта. Второй это я активировал. Я уж понял. О, зомби там, гасит танк. Черт, на подногу зашел. Минус вампир. Хорошо. Пойду подниму карифана нашего. Уууу, полетел нормально. О, метеор. Да я вот тут как раз был человек-метеор.
блин, ребят. Спокойно. О, всех расфигачили. Тут мужики этот с футболками став бегают. Ой, блин. Говнюка. Говнюк поймал. Засранец. Да я еще думал, Жакей, когда запрыгивает, делать экран, чтоб засирался. Ага. Ну я так просто идею увидел, мне понравилось. Будет время сидеть поделать. Так, я залез. Кстати, если уйти в... Его в трусы залез. Он тебя не тронет. Что там валяется? А, да хрен. Ходит вообще. А, давай, беги, беги. Давай, давай, давай. О, нормально.